Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередную 13-ю серию второго сезона сериала «Горячая точка» вы сможете в пятницу 3 декабря. И в ней вы узнаете о том, как неизвестный взрывает машину Ведерникова. Он оказывается в больнице с контузией. Изотов подозревает, что взрыв организовал Сыч. Жеке удается спастись. О том, что Жека выжил, знает только Рая. К Руслану неожиданно приезжает бывший сослуживец Шум с другом. В отсутствие Руслана они прячут сумку с оружием в его сарае. Леня Море работает на Бусыгу, выбивает долги с местных жителей. Рая приводит Джеку в салон к Маринке, чтобы изменить внешность. Это необходимо, чтобы наконец уехать из Чернодоля. Там его видит Леня. Поздно ночью у ворот дома Рая встречает брата Таранова Алексея. Он рассказывает, что сидел в тюрьме. Теперь он священник и приехал в Чернодоле искупать грехи свои и брата. В Чернодоле приезжает важняк Реброва с помощницей. Жека решает уехать. Сын популярного актера Александра Робака Арсений прекрасно справился с центральной ролью и продемонстрировал при этом прекрасную актерскую игру. Одним из сценаристов сериала выступил Юрий Сапронов, знакомый зрителям по работе над картинами «Жили-были мы» и «Всем хорошего настроения». Сериал создавался телекомпанией «Кит» по заказу телеканала НТВ. Режиссером картины стал Денис Каро. Съемочный процесс картины проходил в Москве и Московской области.